Средства в размере 5000 рублей получат пенсионеры Ивановской области, сообщают в региональном отделении Пенсионного фонда России. Сумма единовременной выплаты примерно соответствует размеру второй в этом году индексации. Право на выплату имеют работающие и неработающие пенсионеры, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся получателями страховых пенсий или пенсий по государственному обеспечению. 5000 рублей можно будет получить вместе с выплатой за январь 2017 года. Единовременно эти средства в регионе получат 333 тысячи человек. В региональном отделении Пенсионного фонда работает горячая линия. По номеру 31 24 47 вы можете задать интересующие вас вопросы касательно единовременной выплаты. Одновременно с твоей ежемесячной пенсией будет выплачена и вот эта единовременная выплата. Порядок ежегодной индексации изменен только на 2016 год. С 2017 года индексация пенсии будет осуществляться, исходя из темпов инфляции по итогам 2016 года.